Всем привет! И сегодня у нас будет новый видос про моих индивидуалы. А перед этим хочу вас попросить подписаться на канал, поставить лайки. И также, кто новенький, попросить друзей ваших подписаться на канал, а также самим подписаться на канал, чтобы мне помочь добить 1000 подписчиков, а также поставить лайки и набрать под этим видео. Давайте, будет условие для следующего видео. Это 30 лайков, а также 980 подписчиков. Так как надо 1000 добивать все-таки до Нового года, осталось меньше 30 человек. Поэтому каждый, кто напишет комментарий, досмотрит это видео до конца, также подпишется на канал, ну и поставит лайк. Вы красавчики и самые лучшие. Ну, а сегодня я хотел бы снять для вас видос, такой, как я буду шиповать якобы резину хомутами, ну или же стяжками. Но у меня появилась одна проблема, что у меня амортизатор может тереть об эти стяжки. Сейчас где-то вы увидите фрагмент, насколько близко у меня амортизатор находится к шине. Но сейчас я попробую все-таки поставить где-то 3 стяжки и посмотреть, что у нас получится. Поэтому не переключаемся, ставим лайки и погнали пробовать. Если не получится, то ничего страшного, но хотелось бы, чтобы получилось. Поэтому я сделаю все, чтобы у нас получилось. Но переходим к видео и погнали. Еще этот видос для тех, кто, например, хотел так же сделать, но решил посмотреть на ютубе. И сегодня вот я таким людям, кто это, например, ищет, хочу рассказать, как это все будет и показать. Ну, а сейчас я, получается, уже одну прикрепил, ну и она начала тереть, но сейчас я попробую немного погазовать и посмотреть, что у нас будет с ней. И она еще, возможно, вот тут будет тереть, вот об это все. Ну, сейчас, короче, я заведу скутер, погазую, и мы посмотрим, что будет. Так что не переключаемся, ставим лайки. Пока вы смотрите этот видос, хотел бы вас попросить подписаться на канал Максимус. Он тоже снимает про скутер, но у него Suzuki Sepia. Вот такие у него видосики, так что переходите на него, смотрите и ставьте лайки, и подписываемся. Ссылочка будет в описании. Я пробовал сейчас проехаться, и так, где она у нас? Эта стяжка. А, вот она. Так, ну смотрим. Она вроде еще живая. Немного все-таки вот тут потерла. Так. Короче, вот тут-то камера уже замерзла. Поэтому поставьте лайк, за что я снимаю в такие морозы. Уже где-то минус 15 сейчас. И то ощущается намного холоднее. Так, ну и что мы видим? Ну, в принципе, ничего особо страшного нету, но как бы на скутере это не сделаешь. На велике бы, например, можно было, но хочу сказать тем, кто, например, хотел это сделать, что на скутере вы это особо хорошо не сделаете, поэтому я вам это показал, можете не пытаться, так сказать, это делать. Но только если у вас, например, резина чуть-чуть по... уже, то попробовать можно. Но у меня такая пошире. Поэтому вот как-то так. Но ничего страшного. Сейчас я еще вам сниму какую-нибудь, как я прокачусь на нем. И будем заканчивать этот видос. Все-таки я выяснил, что это не получится так сделать. Лучше шиповать какими-нибудь саморезами или чем-то другим. Поэтому все, не переключаемся, досматриваем видео до конца. Где-то на этом моменте у меня отпала моя стяжка, хомутик, и я этого не заметил, поэтому как-то так.
Так, ну как я и ожидал, моя стяжка отвалилась, и поэтому на моем скутере не получится уже точно сделать стяжками, зашпывать якобы. Поэтому в этом видео я попробовал зашпывать, но у нас ничего не получилось. И как-то так. Сейчас поеду в гараж, поставлю его. А напоследок накрою мой скутер покрывалом, чтобы на него не садилась пыль. И чтобы ему было тепло. Вот. Так. Сейчас накрываем его. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставили лайк, подписались на канал. Ждите нового видео, когда будет 980 подписчиков, а также 30 лайков под этим видео. Погнали дальше. Будем бомбить YouTube новыми видосиками.